Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в своем телеграм-канале к жителям города в связи с 80-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда. Цитата. «80 лет назад в результате долгих ожесточенных боев было прорвано блокадное кольцо Ленинграда, что стало переломным моментом в битве за северную столицу. Блокада продержится еще чуть более года, но сухопутная связь Ленинграда с остальной территорией страны была восстановлена. Подвиг жителей и освободителей блокадного Ленинграда, как и подвиг всего советского народа на фронте и в тылу, сражавшегося за победу в Великой Отечественной войне – это наша история, которую мы будем хранить и передавать следующим поколениям. Сегодня в Самаре живет 88 защитников блокадного Ленинграда. Для каждого из нас вы являетесь примером стойкости и мужества, настоящей преданности и любви к отчизне. Здоровья вам, долголетия, мирного неба над головой», – написала глава города. Департамент образования информирует жителей о том, что в настоящее время здание детского сада номер 123 по адресу Запорожская, 28 готово к функционированию после капитального ремонта. Его можно добавить в заявление о постановке ребенка в очередь, обратившись в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В детском саду планируется 5 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет. Распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения планируется провести 27 января. Телеграм-канал Департамента транспорта Самары опубликовал комментарий трамвайно-троллейбусного управления по возгоранию трамвая номер 19. Инцидент случился в районе улиц 22-го подъезда и Красных коммунаров. Пожар начался со второй кабины вагона вожатого. Заметив возгорание, водитель экстренно остановил трамвай. Пассажиров в тот момент было немного, все они успели покинуть салон, пострадавших нет. На место вызвали пожарную службу, однако второй вагон выгорел полностью. Устанавливается причина происшествия. По предварительной версии, пожар могло спровоцировать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона. В Самаре продолжится благоустройство дворов. 6 обновят в этом году в промышленном районе. Там появятся детские и спортивные комплексы. Кроме того, планируют отремонтировать внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки. Благоустройство будет проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За ходом работ будут наблюдать местные жители. Они же примут участие в приемке объектов, информирует телеграм-канал администрации промышленного района.